В преступном затягивании с пенсионной реформой обвинил нардепов премьер. Об этом Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства и призвал народных избранников объединиться, чтобы уже завтра утвердить законопроект, поскольку от этого зависит повышение выплат для пенсионеров в следующем году. Пообещал глава Кабмина и увеличение заработной платы. Деньги на это уже заложены в бюджете 2018. А также заверил, подорожание продуктов людям бояться не стоит. Украина в этом году собрала один из рекордных урожаев. Стратегічні запаси і баланс продовольчої країни буде на належному рівні. Нам абсолютно повністю вистачить всіх необхідних продовольств для того, щоб забезпечити безпеку. Але важливо нам збільшувати обсяги вироблення української продукції, оскільки, по-перше, це робочі місця, і у нас зараз зростає експорт.